Здорово, братюни! Сегодня будет такой необычный ролик, и я решил попробовать собрать топ-5 сборок CS 1.6. Повторяюсь, это мое личное мнение, то есть мои сборки, которые мне приглянулись больше по душе. Не знаю, как вам, но я думаю, мне и вам очень-очень сильно они понравятся. Более качественные, которые не будут лагать, то есть чтобы всем-всем подошли. От вас лишь я хочу попросить, чтобы вы поставили этому видео лайк, поддержали меня, подписались на канал, обязательно написали свой теплый комментарий, чтобы порадовать меня. Напоминаю, первые 30 минут после выхода ролика я лайкаю все комментарии, так что, друзья, успейте написать свой теплый и горячий комментарий для меня. Мне будет очень-очень, ребятушки, приятно. Ссылочку на все сборки я оставлю в описании. От 1 до 5 места можете совершенно бесплатно скачать, кому понравился. Все сборки CS 1.6 я брал на сайте cslove.net. Ссылочку также оставлю в описании, кто захочет посмотреть CS-очки. Но я, наверное, ребят, вам скажу приятного просмотра. Ну и мы погнали к ролику. Но на 5 месте у нас расположилась Counter-Strike Remastered. Особенности этой сборки вы можете посмотреть невооруженным глазом. Идеально переработаны текстуры карт, думаю, это заметно, глобально заметно. Четко перерисованы все модели, добавлена новая и очень детализированная модель игроков. Думаю, что данная КС-ка на 100% заслуживает своего 5 места. А мы идем дальше. Ну а на 4 месте у нас расположилась Counter-Strike Hyper Beast. Несложно догадаться, что это КС-очка со скинами Скоростной Зверь. Да, здесь, ребят, все скины Скоростной Зверь, поэтому кому понравится, кого заинтересует, ссылочку оставлю в описании. Кто хочет разнообразить свою игру со скинами, кому нравятся скины Hyper Beast, обязательно, друзья, скачивайте, наслаждайтесь игрой. Всем будет круто, вот блоки, всякие юспы, очень-очень здорово. Всякие эмочки, все дела, то есть все очень годно и качественно проработано и сделано. Даже бомба, как вы видите, в стиле Скоростного Зверя. Так что, друзья, все, это было заслуженное 4 место. Ну а мы идем к 3-му. Но бронзу нашего топа занимает Counter-Strike Calibrated. Особенности этой сборки вы можете заметить невооруженным глазом. Очень качественно, HD модели, HD здания, то есть приятное визуальное оформление, друзья. Это все есть в этой сборочке. Также полностью изменены модели террористов и контртеррористов. Изменены оружие под систему CSGO. То есть вы могли это уже заметить, вот как видите сейчас у меня на экранах. То есть все скины, все как в CSGO, можно так сказать. Полностью изменены звуки стрельбы у оружия. Полные карты в формате HD, то есть как я вам уже ранее сказал. Друзья, есть новый худ, подчеркивающий все в новых красках. Вот сейчас АВП-шку взял, то есть очень все качественно проработано и очень все здорово. Эмочка, то есть перчаточки, ножи. Она со 100% вероятностью заслуживает своего 3-е место. Ну а мы идем дальше. Ну и серебро нашего топа занимает Counter-Strike 1.6 наподобие CSGO. Да, друзья. Здесь заменены текстуры более популярных карт, как в CSGO. То есть карты сделаны наподобие, как в CSGO. Наличие ручной анимации оружия выполнено точной копией, как в CSGO. Думаю, это заметно. Интерфейс, как в CSGO. То есть полный выбор всего, все как в CSGO, друзья. Мне эта сборка очень-очень понравилась своей индивидуальностью. Звуки, все заменено, как в CSGO. Наличие наиболее популярных карт. То есть, как я вам раньше говорил, вот посмотрите, модельки игроков, все как в CSGO, друзья мои. Быстрая установка карт, то есть не занимает более 2 минут. То есть очень-очень все здорово. Модельки, скины, то есть все, как я вам ранее уже говорил. На всех скинах, повторяюсь еще раз, свои модельки оружия, то есть, чтобы вы понимали. То есть все оружие со всеми скинами есть. То есть вы можете убирать перчатки, также черно-красное. Все это очень здорово и очень круто. Ссылочку на данную КС-очку оставлю в описании.
Звуки, ребят, эффекты, радар, интерфейс, повторяюсь еще раз. Прочие важные мелочи, максимально все похоже на CSGO, как я вам ранее уже говорил. То есть мне очень-очень заинтересовала эта сборочка, и поэтому я поставил ее на второе заслуженное место. Ну а мы приступаем к первому месту. Топ-1. Ну и золото нашего топа занимает Counter-Strike Improva. Думаю, здесь нечего говорить, друзья, вы сами все прекрасно видите. Скажу только пару особенностей. Здесь новые модели оружия, как и с CSGO. То есть все оружие, все звуки, все модели игроков, радары, худы, все как в CSGO, друзья. Очень качественно проработаны модели. То есть, как вы видите сейчас на ауке. Изменены модели игроков на более привлекательные, как я вам уже сказал ранее. Крутые скины перчаток, русифицированная версия игры, друзья. Рабочий поиск серверов, все это и не только, можете зайти и посмотреть. Вот сервисты сидят, мы их просто мочим и все, друзья. Вот эта кс-очка самая топовая. Это, повторяюсь, лично мое мнение, я никого не осуждаю, то есть у всех есть свои мнения. Но эта кс-очка мне больше всего заинтересовала, больше всего понравилась. Вот, друзья, вот, к примеру, давайте эмочку возьмем и просто посмотрите, как вам такое. Допустим, взрывную гранату, вот. Смотрите, опа, бросаем, и какие здесь эффекты, то есть очень круто, друзья, ножи, эмочки, звуки, как вы слышите. Мне лично это очень заинтересовало и очень сильно понравилось. За террористов давайте посмотрим, какие здесь скины, какие здесь модельки, то есть очень тоже годно. Вот просто все карты, все проработано, модельки калаша, вы посмотрите, друзья, сейчас анимации пойдут. Вот нажимаем на букву, и у нас появляется анимация оружия, то есть... Но мне эта сборка очень и очень понравилась, самая большая, повторяюсь еще раз, друзья.